Всем привет, это Сами с Усами, настало время подвести итоги. Кстати, всем огромнейшее спасибо, как я, в принципе, и ожидал, что вы поддержите данный проект и наберете с легкостью 1000 лайков, потому что для такой аудитории я считаю, что это очень, в принципе, даже мало. Как я уже сказал, всем огромнейшее спасибо. Давайте подведем итоги, а для этого нам необходимо скопировать ссылочку данного видео, потому что комментарии будут учитываться не с контакта. Вконтакте добавляют только для того, чтобы вам было проще делиться видосом. Некоторым почему-то не нравится или не умеют с ютуба, не знаю, хотя это все просто. Делается элементарно вот здесь. Буквально ставите лайк, вот здесь нажимаете поделиться. Вот они соцсети, выбираете соцсеть любую и нажимаете не стоит поделиться. Все. Так, ладно, не о том. Вставляем в программу, которая выбирает рандомным методом победителя. Вставили мы именно этот видос. Ссылочку на видео. Сейчас он копирует все комментарии, которые будут принимать участие. Смотреть будут только те комментарии, в которых есть ссылка на контакт. Выбираем. Ну как быстренько. Обалдеть. С первой попытки. Так, смотрим, друг. Ты у нас должен был поделиться видосом. И как я должен тут искать? Блин, ну что вы, ребята, что вы делаете? Я так, ну, среди твоих записей вряд ли он есть. Ну все, да, стопудово нету. Блин, ну, подписка-то ты, даже если ты подписан, ну и посмотреть, поделился ты или нет, я не могу, извини, друг. Влад. Влад Цепиш. Да, мужик был, конечно, жесткий. Ну, я имею в виду этот Цепиш. Ну, тут опять только подписки. Я опять же ничего не могу посмотреть. Ребята, вот я же предупреждал. Вот все, возможно, как говорится, товарищи хорошие. Ну, посмотреть, убедиться в этом... Нужно в этом убедиться. Так, Андрей Цимбал. Так, открыть. Это все? Все, что даем, так понимаю, могу посмотреть. Извини, друг. Ух ты, нифига какой-то накачанный. Такой милый капуста. Да, мультик, конечно, жесткий такой. Так. Миша Яковлев. Ну, Мишка, давай. Топтыгин, не подведи. О, я уже вижу. Замечательно. Ну-ка, а что у нас было ранее? Друг наш ситцевый. Как было сказано, мы будем смотреть, чем вы занимались до этого. Хотя бы иногда. Я не говорю, что, конечно, все мои видосы могут нравиться, но что-то, соответственно, в любом случае, вы же не просто так подписываетесь-то. Значит, вам что-то должно нравиться. Вот один видос я уже нашел. Нашел еще один. В принципе, выборочно человек проявляет активность на канале. Вот, я смотрю, ему победа странная наша понравилась. Ну все, здесь замечательно. Вопросов нет. Мишка молодец пока. И подписки. Ну, подписки практически сомневаться-то, я думаю, не стоит. Мишка, Мишка. На Макса подписан. Кстати, он мой земляк. Я пытался у него, кстати, рекламу как-то заказать, поговорить. Они меня прокатили. Вот такие вот дела. Вот такой вот земляк. Ага, тут все замечательно. Так, так и остался у нас контакт. Ссылочка на контакт. Перейти. О, вот это начинается. Как я это не люблю. Давай вот так попробуем найти. Буду делать через одно место. У меня вечно что-то через одно место. Да ж... Кривые мои ручонки. Вот что я делаю не так? Что ему от меня надо? Вот. Выделяешь же все верно. Перейти. Наконец-то. Я ж то же самое и делал.
Ну, в принципе, и все. Замечтосильно. Чё-то лицо не знакомое у этого Мишки. Нифига, какой у него вкусный бутерброд. Так, 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 друг. Где? Где репост? Где репост? Миха, где репост? Ну как так-то? Ну как так-то? Миха, я был в тебе уверен. На тебе даже тельняшка. Не помню, черная, моряцкая, да. Блин. Ну, в общем, короче, репоста нет. Извини, друг. Как так-то, а? Так, кстати, что-то я выскочил, нажал. Блин, чтоб меня. Участники. Очень-очень плохо. Давайте следующего. Ага. Ага, отлично. Ну, ребята, вы что, где? Ого, коммент. Так, дальше. Круто, спасибо. Вот так. Так, все. О, кстати, этот чувак же у меня давно, кажется, подписан. Но только опять, как я должен увидеть чего-то? Хотя я знаю, что он подписан. Ну, правило есть правило. Я ничего не могу с этим поделать. Что-то видос какой-то получается сегодня километровый. Где победитель-то? Что за... Кокол-мокол, лычка слопал. Ичка и ичку слопал. Круто. Да что это за программа такая, что нормально выбрать не может. Фух, так. О, понравившийся. Ага, есть. Подписки где? Где подписки? Друг, где у тебя подписки? Я как должен посмотреть? Ладно, поехали дальше. Превращается уже в какое-то в шоу, маленькое шоу. Хоть начинаю уже истории рассказывать попутно, чтобы скучно не было. Шашр... Господи, я... В общем, прочитайте сами. Ага, пустота. Пустотайт. О, Лео, вау. Ну, блин. Ну, вот... Вот тут я вот не сомневаюсь. Этот чувак, кстати, давно уже заслуживал бы, по идее, подарка как активный подписчик. Но я смотрю, что ему, скорее всего, повезет быть победителем именно в розыгрыше. Ну, так. Так. Все замечательно. Ну, тут сложно сомневаться. Потому что. Он давно смотрит. Полно видосов, где он лайки ставил. Тут как бы я знаю даже, как его, в принципе, ВКонтакте величают. Давайте перейдем по ссылке. Тут все, я посмотрел. Так, надеюсь, сейчас не закапризничает контакт. Славненько, да, все замечательно. Я даже знал, какая у него аватарка стоит. Ну и репост. Он меня как-то, кстати, просил проверить. Там у него... Поздравляю его с приобретением то ли планшета, то ли чего-то такого. Я помню. Всех хороших ребят я помню. Ну и все, остается только его поздравить. Он из Нягань. Или Нягань. Я не знаю, как правильно. В общем, пиши мне ВКонтакте. Ты знаешь, куда писать.
свои личные данные, я тебе отправлю по ссылочку. А теперь давайте посмотрим, что получит победитель. Ну вот и все, мы подвели итоги. Выбран победитель. У многих перед ним был шанс, но они не выполнили элементарнейшие просто условия, поэтому пролетели. У всех всегда есть шанс. Никакой тут нету выборки между кем-то. Это случай. Чуть не забыл, хотел передать огромнейший привет и спасибо вам, ребята. Это Алексею Маркину, Илье Бурашову и Дмитрию Карманову. Благодаря этим ребятам, которые приобрели модели у меня в магазине, я организовал этот розыгрыш и организую еще и следующий. Благодаря этим вот каким-то там средствам, которые сформировались благодаря их покупке. В дальнейшем тоже эти деньги, соответственно, будут идти. Кто что приобретает, эти деньги я буду вкладывать в розыгрыши и в подарки активным подписчикам. Со своего кармана я больше ничего не разыгрываю. Хватит. Так что этим ребятам, вот они, огромнейшее вам, ребята, спасибо. А теперь, что у нас получит победитель этого розыгрыша? Это тот самый УАЗик, про который была речь. Сделал я ему вот такую вот запаску, типа она в чехле в таком, ну как будто под дермантин, но вообще это термоусадка. Выглядит вот таким вот образом. Она не вклеена, внутри стоит пластинка в кузове и на саморезик закручена. То есть все разбирается, в случае необходимости можно поставить запаску вообще любую, даже не такую. И в качестве донора я ему еще отправлю вот эту тачку. В принципе, машинка неплохая, у нее есть так, что из косяков, трещины есть, конечно, на лобовухе. Но по кузову, в принципе, по комплектации все машинка целая, но я ее опять же позиционирую просто донор. Донор по колесам. Вот у него есть комплект колес. Это колесный донор. Все, поэтому приз. Вот, а это просто запчасть ему для его разных нужд. Все, кому нравятся розыгрыши, все, кто хотел бы, чтобы розыгрышей и всяких подарков было больше, ребята, даже если вы сейчас не выиграли, это не важно. У всех всегда есть шанс. Дайте его, не хотите сами, дайте его другим. Поддерживайте тему с розыгрышами. Обязательно оставляйте комментарий под видео, устраивает ли вас, что я, допустим, разыгрываю целую машинку и какого-то донора. Может быть, в дальнейшем будет там два донора, я не знаю, я посмотрю. Все зависит от вашей активности. Если есть смысл, точнее, не так. Если я вижу отклик на то, что я делаю, мне хочется это делать, соответственно, устраивать розыгрыши. Если отклик нулевой и какие-то там жлобы начинают лепить в свои дизлайки, я не выиграл. А я как? То есть это не я выбрал. Выбрал случай, лотерея, программа, как хотите. Поэтому это не от меня зависит. Лайк, коммент под видео, напишите, что я много сусолил. Да. Всем спасибо. Пока. Да. Как много пустомельства. Но никак по-другому. Блин, классный УАЗик. Обалденно. Тоже такой хочу. Все, наверное, я фиг знает. Получилось, не получилось, я не знаю. Да мне точно, короче. Ты же животное. Не имеешь. Ты тоже. А? Ты тоже. А вот это легко опровергнуть. Ты мне уже легко опровергал, знаешь, сколько раз? Я что-то пока ничего не сделал. Ну, потому что ты участвовал. 100 тысяч, будет 100 тысяч просмотров на видосе, который я сделаю. 200 тысяч будет, и еще и видоса даже по сих пор нету. Так что... Слава Богу! Ой-ой-ой-ой-ой!